Привет, и сегодня мы будем делать вот такие вот карандаши. Ага, все понятно. Нам понадобится фломастеры, ножницы, бумага, картон, двухсторонний скотч. Начинаем. Для начала мы возьмем лист бумаги цветной любой. Я, допустим, возьму синий. И сгибаем его в пакетик. Сейчас покажу, как. Мы можем согнуть пол листа, чтобы вырезать. Сгибаем лист бумаги. Теперь мы разрезаем по сгибу. Вот. Сгибаем еще напополам, но не до конца. Отступаем в сантиметр где-то. И теперь то, что у нас осталось, загибаем. Вот так. Мы согнули. Сантиметр оставили где-то. Говори. А можно меня переименовать на Айлин? Это как минимум. Конечно, сейчас я сделаю. Сейчас. Нет, только себя. Спасибо. Так. Теперь мы тут склеим двухсторонним скотчем. Сейчас я его возьму. И теперь на сгиб наклеиваем. Я не поняла. Что? Я не поняла, где надо заклеивать ту вторую скотчем. А, сгиб. Что мы согнули? И то, что у нас осталось сантиметр, на то мы приклеиваем и загибаем этот сантиметр, чтобы он приклеился. Сейчас я еще раз согну. Потом... А вот здесь? Вот у нас пол листа. Мы его сгибаем не по вертикали, а по горизонтали. Но отступаем примерно сантиметр-два. Вот. Видишь, он у меня торчит сантиметр-два. Вот на эту торчащую полоску мы наклеим полоску двухстороннего скотча. И когда он приклеивается, мы его сгибаем. Вот так вот.
вот с этой части. Поняла? Поняла? Да. Надо две сделать. А? Надо две сделать. Ну, нет, одну. Я для начала делаю одну, потом... Короче, мы делаем один пакет и один раз сгибаем. А когда мы будем делать второй карандаш, мы сделаем второй пакет. И там уже загнем. Просто я тебе пока показывал, я истратил, получается... вторую половину для второго карандаша. Я делаю два сразу оптом. Вы делаете один. Дальше. Теперь я сгибаю еще вот эту одну часть. То есть я ее не сгибаю. Я вот сюда вот наклеиваю скошенную одну часть. И вот так вот ее зажимаю. Точнее. Вот. Чтобы она не была вот так. И с другой части. Нет, с другой части я пока не заклеиваю. А, надо во втором то же самое делать. То есть здесь прикрепить клеем двухсторонним. Где? Вот это. Надо сделать то же самое, то, что с этим. То же самое, то, что с этим надо сделать. Да, но мы пока делаем один. Просто я пока объяснял, кому это объяснял? Арине. Объясни еще разик, пожалуйста. Пока я объяснял Арине, я истратил еще одну половину, чтобы показывать на ней. Мы пока делаем одну, а потом будем делать вторую. Просто я хоптом делаю сразу, потому что я одну уже истратил. Что я буду ее откладывать, а вторую делать? Не могу так. Вы все правильно сделали, если вы уже склеили скотчем, загнули. Вот вы взяли половинку, вот вы отступили сантиметр, на этот отступающий сантиметр наклеили полоску скотча, загнули его, наклеили на вот эту вот сторону, на вторую пока оставили открытой. Если вы так все сделали, то все, вам больше ничего не надо пока. Тихонечко, не спеши, когда объясняешь. Вот за это надо его заклеить? Одну сторону, да, вторую пока не надо. Я еще обычным скотчем заклеила, чтобы лучше держалось, потому что у меня не такой качественный. Хорошо. Сделали?
Скажите, как сделаете? Я сделал. Сделал? Я сделал. Так, теперь вот вторую половинку. Если хотите, можете что-то положить. Вы что будете кому-то дарить? Можете сладость, можете записочку. Я сейчас подумаю, что положить. Даю вам на это 2 минуты. То есть мы сейчас туда кладем, что у нас есть? Нет, то, что мы хотим кому подарить, надо туда положить. Я закончила. Теперь мы кладем сюда что-то. Я вот положу шоколад. У меня не держится ничего. Теперь мы заклеиваем скотчем. Если не держится со скотчем, можете заклеить клеем. Кому как удобнее. Можете заклеить клеем карандашом. Главное, чтобы вы это потом могли открыть. Если оно у вас само не расклеивается, то нормально. Вам же что потом открыть-то надо. Ну, точнее, не вам, а тому, кому вы подарите. Теперь мы сюда берем белый лист картона. Берите белый лист картона и вырезайте ножницами вот такой треугольничек. Что делать? Вырезать треугольничек. И теперь к скотчу приклеиваем. Мы же вторую сторону тоже скотч наклеили, приклеиваем к скотчу и сгибаем. То есть еще мы скотч наклеим. А надо потом, как только ты сделал, ты должен скотчем закрыть? Да. Вот, я не поняла, что с этим делать. Смотрите, у вас есть треугольничек. Вы его вклеиваете на скотч. И после того, как вы вклеили, вы загибаете, точнее, наклеиваете еще одну полоску скотча и загибаете вторую сторону. У вас получается вот так. Вот, как будто это карандаш. Теперь мы этот белый лист, лист картона, чтобы было правдоподобнее, мы можем закрасить коричневым. Вот это сильно большой, то либо увеличить, либо если вы его уже наклеили, то вы можете просто подсогнуть немного краю. На кусочек оставьте треугольника и закрафтите его синим. У вас же карандаш синего цвета. Или если он не синего, допустим, розового или там, не знаю, голубого, то закрафтите его таким, которым вы сделали обязательно на пакетик. Что? Обязательно закрашивать. Ну, это для красоты. Не обязательно. Это уже просто для красоты. Если вы еще хотите, то вы можете, смотрите, прополить
вот тут вот дырочку. И сделала сюда этот на бантике пожелание на бумажке. Забыл, как оно называется. Вот. А, открыточка вот такая вот на бантике. Если не хотите, можете ее не делать. Я не буду делать, потому что я не уверен, что у вас есть дракон. Наверняка нет дракона, правильно? У всех есть дракон или не у всех? У меня есть. А у тебя, Эрика? У тебя, Айлин? У меня есть. У тебя, Вероника? Есть. Эрика, ты не ответила. Есть. Есть? Ну, тогда, если хотите, можете сделать. Ну, типа, вот этот? Ну, это для красоты. Ну, берете вот этот. Прокалываете дракона. Завязываете бантик. А на бантик... Открыточку. То есть сначала вы продраконили. В открыточке тоже продраконили. Вот так вот ее подставили и завязали бантик, чтобы она держалась на бантике. Ну, мне надо как-то... Или может быть у меня получится. Кружочек. Если нет дракона, можете ножницами протыкнуть. Да, только он не прихлеп... Он не получается через контур, но что-то... Вы там можете либо зубочисткой, либо чем-то острым, либо ножницами взять. Да. Нет, сейчас. Что у вас есть острое? Допустим, карандаш, ручка, там они могут сломаться. Но ручка не сломается, она может не проткнуть. Смотря она может загнуться. Ручка? Ну, может. Особенно если дерево, наверное, да. Вот видите, как я раскрасил. А тут, сейчас у меня карандаш синего цвета, сделал такую вот тоненькую маленькую штучку синего цвета. Не знаю, видно на камере, нет. А можешь уже взять этот отсюда, ну, либо не оттуда, взять этот, и можно просто выдержать и сделать, да, приклеить отсюда. Не понимаю. Ну, здесь можно выдержать его карандаш там и вот так просто приклеить. Это у тебя что, пакет? Я просто не понимаю, что ты в руках держишь. Это? Пакет или бумага? Нет. Это я понимаю, пакет. Это вот бумага. Это, да. Просто бумага, но ты можешь оттуда треугольник вырезать, приклеить. Да. Сложная поделка, нет ли у вас? Нет, не сложная. Это мне не сложная. Ну, просто мне ж надо знать, какие амунции надо выбирать. Так. Можем тут что-то нарисовать, как на фоточке. Допустим, смайлик. На синюю, буду рисовать. Может, рисую черный. Другой набор, в котором черный есть. Что надо делать?
Она сказала. Она сказала, что надо делать. Надо делать смайлик. Все. Можем смайлик написать. У меня все правильно сделано. Так, ну что, мы сделали первый карандаш. Давайте сделаем еще один. Вы доделали? Давайте я вас подожду, пока вы делаете. Когда делаете, скажете, и будем делать второй. Домашнее мы готовы, но не дорогой. Что? Сделали? Да. Так, ну давайте второй. Мы будем два делать таких. Ну, если вы хотите два, можем сделать два. Просто мы еще время еще можем делать. А то только 32 минуты прошло. Кладываем лист на план. Мы, по сути, проделаем все то же самое, что и до этого. Но отступаем сантиметр. А надо брать двух этот клей, чтобы соединить. А?
Двух этот сделать клей. Ну, двухсторонний скотч. Если у тебя нету двухстороннего скотча, можешь склеить обычным там как-то. У меня есть. Я его делаю. Так вот. А где вырезать здесь? А? Здесь где вырезать потом? Где? Вот здесь, когда ты вот это сделал. Отступаешь сантиметр, разгибаешь. А, когда ты уже пакет сделал? Когда ты уже пакет сделал? Да? Я делаю. Ну вот, отступаешь сантиметр, разгибаешь. Если это на том пункте, да? Лишку. Посередине вырезать? Вырезать? Посередине? Да. Нет. А зачем вырезать? Треугольничек? Вот так. И дальше. Вот мы загибаем лист, отступаем сантиметр, заклеиваем тут скотчем и загибаем. Дальше. Мы вот тут вот теперь загибаем. Видите, у нас получилось как трубочка. И мы тут загибаем. Точнее, не загибаем, а просто склеиваем. Сжимаем. И с этой стороны врезаем треугольничек. Вставляем его, склеиваем двух сторон и загибаем. И сжимаем. Дальше мы уже там это скрашиваем. Сегодня, наверное, пораньше закончим. Я вот так получилось. И зачем сделаю?
Так, я сделал второй карандаш, только я забыл туда положить сладость, поэтому я положу после урока. Расклею. Кстати, хотите, я расскажу, как расклеивать? Да. Если, допустим, получилось у вас так, что вы забыли, вот, то... Например, надо гнуть. Допустим, надо вы забыли положить туда. Вам надо расклеить, чтобы вам карандаш не делал. Вы можете край ножниц подставить в отверстие. Но это надо большие ножницы. Хватит. Если у вас маленький карандаш, то вот. Ну, карандаш из бумаги. Находите краешек бумаги. Сейчас подожди. Вот. Находите краешек. И находите другой краешек. Это еще хорошо, когда нету вот этой штуки. Мы с ней тоже можем. Вставляете кончики ножниц в эти дырочки отверстия. Если они у вас остались, если нет, то уже не расклеите. Попробуйте их как-то сделать. Вот. И ножницами пододвигайте. Старайтесь ничего не прорезывать. Не прорезать лишнего. Придерживайте так. И постепенно продвигайтесь друг к другу. К концу. И когда к концу продвинетесь, то оно у вас расклеится. Разъединится. У меня уже видите, сколько расклеилось. Можно даже дальше руками. Особенно, если не сильно крепкий скотч. Вот я положу снежок туда. О. У вас что получилось? Показывайте. Еще сделаем или будем заканчивать? Третий карандаш. Ну, если хотите. Не знаю. Или будем заканчивать. О, Вероника, у тебя чебурашка. Да, на боу лежит на столе. Я увидела, у меня просто тоже такая есть. Вот это да. Только она у меня там не с листиком, а с чем-то другим. Не помню, с чем. Ну что, кто сделал? Вот у Вероники вижу, молодец. Так, Айлин, ты сделал? Да, сделаем. У меня Вероника с апельсином тоже есть. А с молнией, не помню, там какие. Показывайте. Ну ладно, давайте тогда заканчивать. Показывать свои работы. Верика, ты сделала? Показывай, что сделала. Алин. Да, я сейчас покажу. Молодец, Эрика. Крутые карандаши. Ну что, ты сделал? Я сделала такие. Такой один такой. Мам, давайте тогда прощаться. У всех получились клевые карандаши. Спасибо, что пришли ко мне на мастер-класс. До свидания.